Каждый раз перед Новым годом, девчонки, одна проблема. Что надеть на новогоднюю ночь? Хочется и яркое, и стильное, и красивое. Вот именно сейчас мы с вами подберем классные луки. И вы, кстати, выберете, какой вам понравился больше всего. Пришли вы в магазин, милая моя, да, и что же делать? Вещей много, блестящего много, поэтому, чтобы вам вообще максимально облегчить задачу, сегодня мы пройдемся, пособираем образы, разные образы для разных вечеринок, мероприятий, возможно, дома, возможно, где-то вы пойдете в ресторан отмечать Новый год, на самом деле не важно, я подберу несколько луков, и, естественно, вы мне скажете, какой будет самый лучший. Ну что, первая идея, это, конечно, платье. Платьев много, платья разные. Например, вот это, да, казалось бы, хороший вариант, вполне себе универсальное. Можно, на самом деле, такой вариант нам надеть с босоножками, с лодочками, можно с грубыми ботинками, сверху куртку-косуху, например, тоже хорошая идея. Но самое интересное, что здесь, видите, очень красивый вырез, поэтому не перебарщивайте с какими-то такими вызывающими элементами, да, лучше все-таки сбалансировать эту историю. Следующая история, девочки, про которую хочу вам сказать, это костюм. Вообще костюм – это реально палочка-выручалочка для многих ситуаций, в том числе и для Нового года. Вы можете выбрать черный лаконичный костюм, например, да, в комплектации вот с такими брюками. Вы можете выбрать его из более блестящей какой-то, да, нарядной ткани, все сработает отлично. Самое главное, что мы можем здесь сделать, это добавить более яркие акцентные украшения. Крупные серьги, это может быть шпилька, это может быть яркий макияж. В общем, вот здесь мы по аксессуарам разгуляемся по полной. Следующая история – бархат. Конечно, бархат традиционно считается у нас материалом для вечеринок самое то. Но здесь чем хороши такие варианты платьев? Они из достаточно насыщенного, да, цвета бархата, при этом есть яркие акценты, как здесь, например, пояс. И в общем и целом такую вещь можно носить не только на вечеринку, но, например, в сочетании с черными брюками. Это может быть вполне себе каждодневный какой-то выход на, скажем, выступление, на мероприятие еще куда-то, да, то есть не только на вечер. Или, например, вот такая история, да, традиционный вариант а-ля имитация платья-запах или платье-запах. Это тоже, собственно, мне кажется, очень удачный вариант для новогодней вечеринки. Лично я бы хотела такое платье. Почему? Потому что оно идеально практически для всех типов фигур. Оно классно комбинируется с любыми другими вещами. Его можно носить как платье, как тунику, под джинсы, под деловые брюки и так далее. Но и в принципе оно само по себе уже достаточно акцентное. То есть вы можете взять, например, вот такие, да, базовые черные какие-то босоножки, и все, образ уже сам по себе сложен. То есть здесь не нужно много думать над этим платьем. Конечно, я не могу не сказать про платье-комбинацию, да, дорогие мои, потому что вот такой вариант платья вообще тоже одна из самых удачных моделей для Нового года. С одной стороны, что мы здесь видим? Очень красивый цвет, подходящий, опять же, практически всем девушкам. Легкая фактура. Легко скомбинировать с оверсайз-жакетом, с курткой-косухой, с пальто, с шубой, да с чем угодно. Сюда добавляем какие-то элегантные лодочки или босоножки и вперед. Опять же, что хорошо, она достаточно сексуальная и в то же время достаточно скромная, скажем так. Поэтому можно иметь в виду смело это платье. Мне оно нравится, я бы его точно воспользовалась. Конечно, давайте пару слов про аксессуары. Например, вот этот вариант, да? Чем хороши такие уже фактурные блестящие вещи? Это может быть клатч. Это может быть что-то более крупное, да, прямоугольное, треугольное, да, любой формы. Это может быть что-то наподобие такого мешочка, да, выполненное. Но это уже акцент очень классный сам по себе, поэтому если вы его возьмете, например, с чем-то базовым, ну, я не знаю, даже с черными брюками, да, уже будет очень интересно совмещение фактур. Поэтому помните правило, если у вас спокойное платье, то вы берете очень яркое, что-то акцентное в аксессуарах и наоборот. Да, если блестящее платье, то вот это уже, наверное, не стоит.
И что? Конечно, пару слов про туфли. Вообще вопрос с обувью на Новый год – это очень такая интересная тема, потому что, как я вам уже сказала, самое главное – это выдержать акцент, где у вас фокус, да, в вашем образе. Поэтому, на мой взгляд, очень хорошо подойдут какие-то более лаконичные, универсальные туфли или босоножки, что-то в этом духе. Например, как здесь, да, когда мы используем сочетание нескольких цветов в одной модели. Или, например, что-то вот такое, да. Вы можете взять, да, как вариант, вполне себе черная. А здесь вот эта вот такая прозрачная вставочка, очень классно будет смотреться. И, кстати, пока, раз уж я здесь стою, еще момент по поводу клатча, да, то есть не только в блестках, в пайетках у вас может быть клатч, а что-то вот такое больше фактурное, вышитое, да, с какими-то элементами декорирования. Поэтому, девочки, проявите фантазию и в этом. Надеюсь, что вдохновение от этого ролика вы точно получите. Точно у вас появятся идеи, что себе приобрести на Новый год. Я постаралась на самом деле показать вам разные образы. Пожалуйста, пробуйте, экспериментируйте. И обязательно голосуйте за лучший понравившийся вам лук у меня в Инстаграме. Поэтому я вам рекомендую, естественно, подписаться на меня. Подпишитесь не только на Инстаграм, но и на другие социальные сети, и в том числе на канал в Ютубе. Так что, девочки милые, выбирайте. И увидимся в следующих влогах. Кстати, следующие мужчины на очереди. Будем подбирать для них луки. Ну все, желаю вам прекрасных выходных. Пока!